демон. А демон, он работает на Linux. Вот. Не знаю, ну, на Postfix, вот, совместимых операционках. Postfix. Да, Postfix. Postfix совместимых операционках. И сам демон движок, он на винде не работает. Ну, видимо, потому что разработчики решили, что как бы не надо ставить такую вещь на Windows. Написан он на C, по большому счету. А работает он на самом-то деле не очень плохо, потому что у нас очень-очень много хостов. Там, ну, хостов и проверок, там порядка 10 тысяч, наверное, триггеров висит. Очень много айтемов. То есть он выдерживает большие нагрузки. Но единственный минус, из-за того, что он написан на C, надо иногда делать там, ну, через 30 дней, 30, 35, 40 дней надо делать рестарт, потому что утечки памяти происходят. По памяти он вроде бы тоже не очень требовательный. Ну, не по памяти, а по ресурсам на системе. Вот. И в целом работает по большому счету надежно. Потому что вот проблем особых не было с тем, чтобы он неверно высчитывал значения, чтобы он некорректно отрабатывал как-то. Бывают, конечно, мелочи, но в основном такое не из-за движка. Вот, следующая система – это, собственно, база. Zabbix поддерживает, из коробки он поддерживает SQL, SQLite, Postgres, Oracle. Там еще, по-моему, 2 или 3 базы. Системы, я не помню каких, вот, ну потому что они как бы не особо используются, насколько я понял. В основном идет MySQL, Oracle и Postgres. На самом-то деле в базе у Zabbix очень такая плохая связанность по табличкам, потому что там для того, чтобы соединить, допустим, хост, собираемый элемент данных, проверяемое выражение, там надо, блин, очень много действий сделать и очень много табличек затронуть. И в этих табличках очень много значений, которые в принципе не нужны. Я не знаю, сегодня, наверное, это можно будет посмотреть. Вот, то, что там очень-очень много всего лишнего. Ну, возможно, лишнего. Возможно, это где-то используется. Вот. Но в целом, как бы, не нужно. Соответственно, Zabbix в базу пишет все вообще, что может писать. Следующий компонент Zabbix это, собственно, веб-интерфейс. Он сделан. Можно вопрос? Да. Я правильно понимаю, что, в общем-то, такое кардинальное отличие Zabbix от Nagios тем, что Zabbix хранит историческую информацию. Ну, на самом деле. То есть он может строить графики, он знает, что там, какая нагрузка была, можно посмотреть, что было. А Nagios, он фактически отображает только мгновенную ситуацию. Ну, на самом-то деле, насколько я понял, из описания Nagios, Nagios тоже может это делать. Вот. То есть он может строить графики. Он помнит, какие события были, да, он помнит. Но вот так, чтобы, например, строить график нагрузки на процессор. Nagios это все может. Может. Если как его научить или сказать? В том-то дело, что если его научить, почему появился Zabbix? Zabbix появился, потому что Nagios нужно было всему учить. Uh-huh. Zabbix изначально предлагал набор неких функций, которые доступны тебе сразу после установки. Uh-huh. Тебе не нужно было возиться с тем, чтобы прикрепить к Nagios нормальные графики. У Nagios очень удобно то, что он может строить карту сети. Zabbix этого не умеет. Zabbix вот. Тоже это умеет. И прекрасно умеет строить. Карту сети? Да. По крайней мере, версия 2.4, которая у меня стоит. Не построил версию 2.4. Ну, просто проблема отсталые в том, что ребята. Если у вас больше двух подсетей, там начинается трэш. Ну, то есть как потому бы не очень. Потому что маршрутизация, и это все дело портит. Приходится вручную ее строить. Если у вас одна подсеточка или две подсеточки, все прекрасно строится. Ну, Zabbix-то он рассчитан не на одну, не на две подсеточки. Он как бы такая большая очень система. Ну, точнее, не большая система, а рассчитанная на очень большие нагрузки. И поэтому как он бы. Он заявлен на очень большие нагрузки, но на них не рассчитан. Ну, он заявлен на них, он их поддерживает, по большому счету. Причем поддерживает хорошо. И, не знаю, есть очень много
ну, систем мониторинга, которые могли бы справляться со своими задачами на маленьких сетях более успешно, нежели Zabbix, потому что, ну и они более просты в эксплуатации. Ну, по крайней мере, вот веб-интерфейс Zabbix, к примеру, он, в принципе, в целом первоначально интуитивно понятен, но если, ну, к примеру, дашборд здесь как бы описано, ну, то есть главная страничка Zabbix, по сути, здесь описано вообще все, что, точнее, не все, а основные параметры, какие порты слушает, сколько хостов, сколько юзеров онлайн и прочее. Вот. Но если копать дальше, как бы, то там уже сложнее становится с ним работать, потому что там все встречаются очень тривиальные вещи, вот, и надо как бы приложить голову. Вот. Ну, в частности, здесь на самом деле у меня нет никаких триггеров, я ничего не весил, просто поднял базу, поднял Zabbix и все, и ничего не делал. Вот. Но я думаю, что мы сегодня попробуем это сделать, если, конечно, интересно. А что касается вебки еще, ну, вебку мы затронем дальше, когда будем создавать элементы данных, хост заводить и прочее. Поэтому, в принципе, вот так вот она выглядит. Вот, она, ее можно русифицировать, там она поддерживает несколько языков. Это, в общем, то, что касается вебки. Ну, как я уже и говорил, в базе связанность базы обеспечивается только за счет веб-интерфейса. Вот. А в остальном, как бы, база очень разбитая. Следующий компонент – это прокси. Zabbix прокси – это что-то вроде Zabbix сервера, но с немного урезанным функционалом. Это нужно для того, чтобы мониторить удаленные площадки. То есть, допустим, если у вас хосты находятся где-нибудь там на Западе, не знаю, в Японии или там еще где-нибудь, то в этом случае передавать TCP-трафик не очень хорошо, потому что он может теряться. Вот, то есть, если у вас там, допустим, 10 хостов висит, и передавать трафик, голый трафик, вот, у вас очень, ну, будет очень плохое качество приема, потому что, ну, в связи с тем, что есть большая дальность передачи. А Zabbix прокси, он делает следующее, он устанавливается на площадке, в хостах указывается, то есть вы когда ставите на мониторинг какой-либо хост, там указывается, что нужно отправлять мониторинговые данные на прокси. Прокси, получается, эти данные все собирает и просто одним большим пакетом отправляет вам на сервер. И у вас основной сервер Zabbix, он, получается, эту информацию получает, и он уже ее обрабатывает. Да. А есть смысл использовать проксирование, если в локальной сети, так скажем, или в какой-то маленькой сети, как бы сетка висит за НАТО? Да. Либо это только за большими расстояниями? Ну, можно использовать, только зачем, как бы? Нет, ну, предел, скажем, 2-3 городов, там, не знаю, Москва. Нет, ну, использовать можно, конечно, но зачем? Как бы, если есть НАТО... Нормально есть... передает. Ну, это уже как бы не от Zabbix зависит, а в принципе от канала. То есть, если канал хороший, если там потерь мало, то почему нет? О, почему нет? Говорю, то зачем использовать прокси? А если там канал, не знаю, старый, он телефонная линия, и там потери 90%, то желательно, да, желательно использовать прокси, потому что это будет, ну, это будет надежнее. А как будут выглядеть потери? А, то есть... Ну, то есть он же должен как-то дослать, синхронизировать, или каким образом? Будут данные неактуальны, или вообще могут не прийти? Или... Ну, они не придут. Да, они не придут. То есть он отправил, прокси... они не дошли, он забил. Ну, да. То есть прокси... Я решил, что у него авария, например. Ну, прокси, да, данные, как вообще... Прокси получил порцию данных, вот, он ее отправил, он не сохраняет ее. Он получил порцию данных, он отправил ее в Zabbix. Все. То есть получается, как агрегатор скорее. Ну да, как этот самый. И прокси. Собирает все в одну кучу, передает данные. Да, то же самое Zabbix, если. То есть, если эти пакетики тебе передавать напрямую в Zabbix, в этом случае там мониторинговый трафик собирается, и он отправляется. Он не сохраняется на хосте непосредственно. То есть агент получает. Собирает данные, отправляет в Zabbix. И все, если они теряются, но они потерялись, все. Как бы
свои проблемы. И получается, что из-за этого в запиксе проверки, ну, триггеры в частности, они переходят в проблему. Mm-hmm. То, что у тебя там, допустим, ты поставил проверку связанности, пинг, ну, просто пинг поставил, и если пакеты теряются, соответственно, проблема, хотя по факту просто там, не знаю, плохой провод, к примеру. Вот, то есть запись в основном, ну, прокси. Прокси в основном нужна именно для этого. Для того, чтобы на дальних расстояниях надежность передачи данных, она была повыше. А почему вот. Приходит? А? Не только на дальних расстояниях. Просто он, ну, по TCP. 1000 хостов или 10 000 хостов, это чтобы не шло 10 000 соединений, вы ставите прокси, в итоге прокси идет все. Ну, это с одного порта выплевывает. А? С одного порта, получается, исходящего выплевывает и все, да? А так как не создавать? Ну, дело можно в портах сказать. Дело в коннекшенах, понимаешь? Ну, в агрегировании данных, как я понимаю. Да, то есть прокси она просто-напросто принимает на себя 10 000 соединений и передает это все дело одним потоком на другую серию. Просто, ну, если у тебя, допустим, 10 филиалов, и в каждом из филиалов по 10 000 машин, ты можешь все это дело слать на один сервер центральный, получить большую нагрузку, либо через прокси получить меньшую нагрузку существенно. Вот. И как бы твой сервер будет это дело, да, нормально разбирать, складировать у себя. А стандартный порт какой-то есть? Или все настраивается? Стандартный 150. Вот, но в Zabbix можно выбирать порты, там прямо в вебке выбирается порт, и в принципе... А защита как идет? Mm? 150-й порт торчит наружу? А, ну да, по сути. Там секьюрность обеспечена за счет агента, то есть Zabbix не шифрует трафик свой, и секьюрность из коробки у Zabbix обеспечивает за счет агента. Там на агенте в настройках прописывается IP-шник сервера, или доменное имя, вот. Ну, в общем, прописывается сервер, и если... Он идут... берет только от него, получается. А? Пакеты, да, берет, пакеты как бы от него получают. Если... если какой-то другой ход запрашивает этот мониторинговый трафик, он агент отвечает пустой строкой. То есть он ничего вообще не говорит, и поэтому такая вот штука получается. Это то... Так, вебка, прокси. Вот. Ну и, собственно, компонент... Zabbix это агенты. Агенты это утилитки, которые устанавливаются на хосты, вот, и занимаются тем, что мониторят, собирают трафик и отправляют его в Zabbix. Там есть несколько методов работы, которые я сейчас буду рассказывать. Ну, это связано, собственно, с логикой сбора данных. Вот, в Zabbix сбор данных сделан, ну, весьма таким, весьма обычным образом на самом-то деле. Там устанавливается агент на компьютер. Это если надо там, допустим, мониторить какие-то системные вещи, то есть там количество процессов или там, не знаю, нагрузку на процессор, оперативку. Вот. То есть если надо непосредственно мониторить что-то непосредственно на хосте именно, то в этом случае устанавливается агент, и взаимодействие с Zabbix идет следующим образом. То есть первый вариант это когда Zabbix запрашивает у агента, что надо, точнее говорит агенту, что надо мониторить. Агент эту информацию собирает и отправляет ее в Zabbix. Вот, Zabbix ее обрабатывает и ложит в базу. Вот. А следующий метод это вот, метод, когда Zabbix запрашивает у агента информацию. Это метод Zabbix, агент пассивный, он, короче, собственно, вот он.
Ну, в общем, Zabbix агент пассивный – это метод, когда Zabbix сам запрашивает у агента информацию, которую надо мониторить, и агент ему отправляет. А есть еще, собственно, Zabbix агент активный. Это когда агент ходит к Zabbix и спрашивает, что ему мониторить. Соответственно, если вы навесили какие-то новые проверки на хост, то агент об этом узнает сам, а не от Zabbix. Вот. Ага. А плюсы и минусы? Да, собственно, не знаю, какие плюсы и минусы от того и другого метода, но... Агент не способен сохранять что-то там какое-то время? То есть? Ну, то есть, допустим... Нет. Сервер отвалился? Нет. Если он знает, что мониторит, он не стоит. Агент, он, ну как бы нет, он ничего не сохраняет. А плюсы и минусы, ну, не знаю, в нагрузке. Плюсы и минусы. По сути, тонкие клиенты плюсы. Ну да. Ну, вообще у нас вместо Zabbix агента утилитка Zabbix отрабатывает, потому что она более удобна. Она работает только в активном режиме. То есть сама ходит и запрашивает, говорит, что мониторить. А нет, в пассивном, прошу прощения. То есть Zabbix говорит ей, что мониторить. Но эта утилитка, она вместо Zabbix агента, потому что Zabbix агент, он с коробки не очень удобен и плохо логирует информацию. То есть он говорит, что есть проблема какая-то. Вот. Но он не объясняет, как бы, почему возникла эта проблема. Ну, то есть, допустим, проблема имеется в сборе данных. То есть он собирает, допустим, информацию по использованию оперативной памяти процессом. И если произошла какая-то проблема, и он эту информацию получить не может, он не логирует то, почему он не может получить ее. То есть он просто говорит, что вот я не смог получить. Там. А это Zabbix, она... Вообще, это утилита тоже их? Нет, это... Женя Петров, разработчик айфришный наш, и он сделал эту утилитку, она в свободном доступе находится. Работает через Zabbix? А? Через API? Она нет напрямую к Zabbix. Ну, в Zabbix свой API, да? Да, у него есть своя API-шка, вот, но... Через нее? Нет, с Zabbix он работает напрямую, не через API-шку. А то есть он... А? Же исходник для агента. Что еще раз? Zabbix для всех операционных? Она только для Unix. Для Unix, да? Да. Ну, на самом-то деле утилитка очень удобная. Несмотря на то, что... Напрямую, в смысле, куда напрямую? То есть она в Zabbix шлет данные? Да, нет. А она имеется в виду, в Zabbix отправляет данные. То есть она активна? Нет, Zabbix идет к Zabbix, спрашивает, точнее говорит, что мониторить. Zabbix, получается, эту информацию берет и отправляет в Zabbix не через API-шку, а напрямую. Uh-huh. Вот так вот. А внутренние агенты тоже по такому же протоколу, как и прокси? Да, но это настраивается. Ну, то есть тоже по TCP оно одинаковое, что ходить, что по агенту, что по прокси. Да. Ой, Zabbix. Ну вот так вот выглядит репка. И на самом-то деле эта Zabbix, она, в ней очень удобно добавлять какие-то новые проверки, потому что Zabbix, он для того, чтобы добавить в агент какую-либо проверку, там надо очень много геморроя, он тоже написан на C, и нужно... Очень много пережить, в общем, чтобы добавить туда что-то, какие-то новые проверки, которые не запилены. Вот. А в Zabbix это делается просто, она написана на питоне. Вот, на и Ruby. А? На Ruby. Кто? Ну, вам написано на Ruby. Не, значит, это не та Zabbix, потому что наша Zabbix, она написана на питоне. А кто у кого? Украли, что ли? Сейчас.
видимо. Ну, кто-то втихушку переписал. А? Ну, что-то втихушку переписал. На ругах кидал мысли конфеты. Вполне возможно, да. Использовали, небось, питон 2.7. А, вот она. Вот он. Вот она, репка. Вот, и вот он сзади. Заби гет, да. Не та репка была. Хотя, возможно, ее действительно переписали на Руби. Вот это поворот. Неожиданность, но. Сейчас еще Забикс на Си ее перепишет. Да, там же есть у них на Си один же. Вот, и там очень удобно встраивать новые проверки. По росту в этом, в интерпретаторе питона, в интерактивном. Ну, соответственно, встраивать и отлаживать их, нежели в агенте. Потому что в агенте все это не очень тривиально делать. Вот, потом, помимо агента, Zabbix поддерживает еще простые проверки типа пингов. Вот, он делает это через fping утилитку. А он поддерживает еще из коробки возможность запускать свои собственные скрипты. Ну, точнее, не скрипты, которые написаны разработчиком или там админом мониторинговым. А скрипты, которые непосредственно на сервере находятся, то есть они запускаются на сервере, ходят куда-то на хост, делают там какое-то свое дело и отдают Zabbix данные. Zabbix, получается, эти данные принимает, обрабатывает, ну и точно так же ложит в базу. Вот. Потом поддерживается еще метод, при котором Zabbix слушает порт, это трапперные данные, ну Zabbix траппер называется, при котором Zabbix слушает порт указанный, порт указывается в конфиге Zabbix, и соответственно на этот порт отправляются данные, там отправляется хост, ключик, по которому Zabbix опознает, что это за информация, что это за данные приходят. Обрабатывают и точно так же ложат в базу. Это по типу как графит делает? А, графит это? Графит тоже система сбора метрик, где указывается имя метрики, время и значение. Тоже на порт просто кидается и ну да. Записывает. Вообще, ну да. Как бы вот механизм ловушек, это привет протокол SNMP. Ловушка. Асинхронная, которая в любой момент может прийти без запроса. Ну, да. Но... SMP-трап — это такая штучка, когда у вас произошло какое-то событие, и ваш агент отправил непосредственно сообщение серверу. Ну, мне кажется, что трапперы разрабатывались далеко не для этого. А для того, чтобы... Ну, ловушки Zabbix. Ну, трапперные данные. Zabbix изначально поддерживал SMP. Да, да, да. Как бы очень много функций он использует как раз таки выбирает протокол SMP. Да. В том числе и ловушки. Ну, трапперы вот эти вот, про которые я говорю, если мы говорим про одно, то это, мне кажется, SMP, ну... Тогда вам нужно пояснить, что вы имеете в виду, говоря трапперы. А, элемент, точнее, элемент данных Zabbix Trapper. Это, собственно, ловушка, да. То есть Zabbix слушает порт, определенный, указанный в конфигурации. Вот. На этот порт идут данные. Данные могут идти от кого угодно. Там может делать этот скрипт какой-то и отправлять данные. Может, не знаю. Порт где? На сервере или на агенте? На сервере. То есть это ловушка именно на сервере, которая слушает порт. Zabbix сервер слушает порт, указанный в конфигурации. Вот. И на этот порт идет информация. Uh-huh. То есть не агент, а скрипты и программы, которые установлены на удаленном хосте, они, собственно, шлют Zabbix на этот порт данные. Вот. Данные Zabbix отличает данные друг от друга посредством указания хоста в данных и посредством указания ключа мониторингового. Uh-huh. Вот. То есть, если там на удаленном хосте запилить какой-нибудь JavaScript или C-скрипт или все что угодно, вот. И указать этому скрипту, что отправляй вот сюда такие-то данные вот, в таком-то формате. Zabbix эту информацию отлавливает. SMP, вторая версия. Не очень похожа, она есть. Нет, серьезно, это SMP, вторая версия.
просто так реализовано. Ну, просто вот этот весь механизм, что на сервере присутствует порт специально выделенный. Если я правильно помню, в SMP это 162. Если мне правильно изменяю. Вот. Он специально служит для того, чтобы получать сообщение от агента. Специального формата, где указывается IP агента, данные. Вопрос в том, что самые пакеты от Zabbix, они могут отличаться от стандартных. Да, это уже другой момент, что они могли просто-напросто... Он тоже технология предвзятая, это понятно. Да. Поэтому у меня такой вопрос. Чем этот Zabbix Trap отличается от SNP Trap? Я не знаком, значит, с тем, что такое SNP Trap, поэтому не могу сказать. Окей, хорошо. Соответственно, отличие, но... Я больше здесь на вопрос, понимает ли на SNMP от других устройств, например, свечей. Да. На самом деле, Zabbix есть SNMP. Понимаю, да? Понимаю. Стандарт один и тот же, он просто авторизирует. Больше информации может с компа получиться. Тут... Вплоть до запущенных программ. Тут на самом деле играет роль, что посылает сообщение. То есть SNMP, Zabbix поддерживает SNMP стандарт. Соответственно, если ему на порт придет пакет, сформированный SNP-агентом, вот, он поймет, что это SNP-агент. Соответственно, он будет его обрабатывать так же. Вопрос будет в том, что если сообщение отсылает агент Zabbix, может ли эта информация быть больше? Может быть, она как-то расширена? Что может агент сделать, в отличие от обычного SNP? Если я понял, они сессиями запускаются, когда работают с агентом, а здесь он постоянно его слушает. И это как бы не совсем правильно, по идее. Почему? Почему, если он слушает свой собственный порт? Там же на один порт приходит очень много данных с разных хостов, и идут они постоянно. Соответственно, как бы ему необходимо слушать постоянно этот порт для того, чтобы эти данные отлавливать и обрабатывать. Но опять-таки, а если он инициализирует запрос с агента сам? Нет, сейчас речь идет о трапперных, то есть здесь агент вообще не участвует. Здесь, скорее всего, вопрос может делать одновременно самостоятельные запросы и получать... Да, да, конечно, может. Если порт поменяешь, по идее, должен же быть... Потому что ловушки приходят на другой порт, отлично от порта, на который должен приходить ответ, если не отлично. Возможно, просто Zabbix они сделали вот такой раппер, чтобы лишний раз лишнюю службу не поднимать, которая с самим петраппером, а все делал... агент с коробки, то есть, по сути, механизм, да, такой же, он должен... получается, стандарт? Ну, может, как я помню, подключение. Сервер, да, он всегда слушает два порта. Порт для ответов, который он инициирует своими запросами, и непосредственно порт для ловушек. Угу. Вот. Ну, так, по сути, грубо говоря, получается один порт. Если агент пассивный, надо пробрасывать порт, где агент. Поэтому Zabbix всегда слушает только один порт. Здесь 151 по умолчанию. Ну да. В этом плюс активных агентов. Активные агенты работают за надом. Если пассивные агенты... Почему? С того это? Может быть, они умеют, как бы Zabbix агенты? Они посылают напрямую данные на сервер. На сервере открыт порт. 151. Это ты говоришь... Агенты через NAT? Не на IP. Они отличаются хостнеймами. Ну, по сути, идентификацию. Бокус на его. Ну, хорошо, ты сейчас сказал про NAT. Я тебе пытаюсь понять, как у тебя через NAT агент будет посылать сообщение? У него в конфиге указан адрес и порт сервера. Порт? Он шлет туда данные. По своему конфигу. На сервере есть хост. У него есть хостнейм. С Zabbix агента приходят данные, в которых есть хостнейм, по которым Zabbix определяет, какие ему проверки нужны. По шаблону. Да. То есть за натом любое количество агентов. А в чем у вас спорта возник? В том, я что... так и не понял, что сказал. Я просто сказал, что два порта за Zabbix слушает, а по факту один. Нет, Zabbix может слушать очень много портов. Просто на самом-то деле, это все указывается в конфигурации. Агент внутри сети, и ничего не говорит про нас. Нет, просто... Как бы сервер, он слушает два порта. Для ловушек и для входящих соединений. А то, что ты через NAT прокидываешь один порт... Нет, да, это другое. Это уже другое, согласен, да? А если он, получается, ловушку теоретически, чем она будет еще работать? Да, ловушки на самом деле не обязательно механизм для работы.
Ну, это удобный очень механизм, вот, потому что можно мониторить то, что не поддерживает сам запик из коробки. Ну, как я понимаю, чтобы не писать просто какие-то макро и проверки, которые будет использовать агент, можно напрямую проще гораздо написать то, что он будет в ловушку кидать. Да. Но это фактически позволяет собирать любые данные вообще. Ну, то есть там с количества регистраций на сайте. Легко вообще. И это очень плюс большой Zabbix. То, что он может такие вещи делать. Вот. Ну, относительно скриптов, еще external check — это проверки, при которых Zabbix запускает скрипт на сервере. Какой-то там указывается в конфигах. Вот. То, что вот этот скрипт запускает, он точнее в... Сейчас. Там указывается тип проверки в Zabbix, когда создается какой-то элемент данных, указывается тип проверки, вот, и типом проверки является в данном случае при исполнении скрипта на сервере. External check – это проверка, когда Zabbix запускает скрипт на сервере у себя, вот, этот скрипт делает какую-то магию, то есть он ходит на хост, там, не знаю, делает выборку. Ну, это интро. Нет, это external check. Экстренно на агенте, по идее, заводить, да? А... Внешне, экстренно. Ну да. Выполняется на агенте. Агент запускает какой-то скрипт, лежащий на удаленном сервере, да? Так. Я понял. Экстренные чеки могут использоваться там, где ты можешь запустить агента. Например, есть скрипт на питоне для мониторинга ESXi. ESX. Через скрипт делается. Ну и вот эти скрипты, они запускаются на сервере и ходят, соответственно, на удаленный хост, и там что-то делают. Это тоже очень удобная штука, потому что может делать то, чего не может делать Zabbix. А теперь по сбору данных. А, собственно, по логике сбора данных. А в Zabbix существует два вида контейнеров, это шаблоны и узлы сети. А узлы сети — это, собственно, те узлы, которые нужно мониторить. Вот, то есть это, там, не знаю, виртуальные сервера, сервера, свитчи, то есть те узлы сети, которые, собственно, нужно мониторить. Вот. А также в Zabbix, помимо узлов сети, второй контейнер — это шаблоны. Шаблоны — это, собственно, контейнеры, в которые можно накидать проверок, в которые можно накидать элементов данных и просто потом навешивать их на узлы сети, вот, чтобы там, допустим, есть у вас какой-то базовый мониторинг, который должен быть на всех хостах. Вот. Просто создается шаблон базовых проверок, и он навешивается на узлы, на хосты, для того, чтобы вручную все это заново не прописывать каждый раз. Вот, для этого нужны шаблоны, собственно. Собираемые данные в Zabbix называются элементами данных. Это, собственно, те данные, которые нужно собирать и мониторить. Вот, они отделяются друг от друга посредством ключа, который указывается в настройках элемента. В данном случае он вот, к примеру. Вот это вот ключик. Вот. И по этим ключам Zabbix отличает, что вообще ему приходит. То есть в заголовке приходит хост, имя хоста, приходит ключ, и Zabbix уже понимает, что вот этот хост, вот этот ключ, и нужно делать вот такую вот проверку, которая указана в триггере. Триггер – это объект, в котором прописана логика обработки, вот, которая, собственно... с помощью которой Zabbix показывает состояние. То есть в триггере задается логическое выражение, в котором указывается, что обрабатывая эти данные вот так вот, вот, и если получаемое выражение оно не соответствует порогу указанному, то это проблема. Условие, по сути, задается. Ну да, задается условие, указывается, проблема это или не проблема. Если обсчитываемое выражение отличается от заданного порога. И, соответственно, на вебке в разделе триггеры там
Блин, здесь сейчас не показать. На самом деле я ничего не поднимал. Вот, но вот здесь вот на вебке показываются триггеры, которые есть. И, собственно, вот здесь вот в статусе пишется статус триггера. В проблеме он в окее. Или он, у него еще одно состояние unknown. Это состояние, при котором Zabbix не знает, как... Да, не имеет данных. Ну да, в принципе, по сути, да, не имеет данных, и поэтому как бы не знает, что с триггером. И как это вообще. Помимо... Так. Ну, элементы данных я вроде сказал. Правда, не очень понятно, наверное. Задается все это в веб-интерфейсе, задается... На самом-то деле не очень сложно, конечно, но там есть свои приколы. Указывается группа, к которой принадлежит хост. Здесь, соответственно, указывается IP-адрес. Вот. Мониторинг может быть или по IP-адресу, или по DNS-у. Указывается порт. Вот здесь вот выбирается. Можно выбрать, в принципе, любой порт, на котором будет работать мониторинг. Ну и все, и... Ага. Создается, точнее не создается, а можно задать интерфейс. Zabbix поддерживает SMMP интерфейс, JMX интерфейс, Java. Собственно, просто TCP-шные проверки. Вот. Ну и еще он поддерживает IPMI. Вот. Соответственно, создается хост. И на этом хосте уже можно навешивать там разные всякие интересные проверочки. Наверное, надо поподробнее немного сказать про триггеры и триггерные выражения. Потому что это достаточно интересная штука. В триггере, соответственно, прописывается триггерное выражение. Вот, с помощью которого Zabbix обрабатывает данные, получаемые данные, и он записывает их опять же в базу. Вот. Из коробки Zabbix поддерживает около 20, там, по-моему, 20 функций, что-то такое, для обработки данных. Вот. И лучше, наверное, эти функции знать. Для того, чтобы понимать, что надо от Zabbix. Точнее, понимать, на что способен Zabbix изначально. Сейчас надо, блядь. Триггеры, они описаны, в принципе, в документации в целом. Описаны достаточно хорошо и понятно. То есть, как задаются, что за пороги, прочее, 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 прочее. Что делают, как делают. Для того, чтобы, соответственно, обсчитывать это логическое выражение, Zabbix нужны пороги. Вот, пороги можно задавать через макросы. Макросы это такие объекты, наверное, которые определяются на шаблоне, вот, в которых прописаны значения. И эти значения можно переопределять на хосте. То есть, если вы там, допустим, задали проверку, не знаю, количество процессов, запущенных на системе,
и вам нужно на разных системах мониторить разное количество, то, соответственно, это количество можно задать через макрос и поместить его в триггерное выражение. И если, точнее, не если, а когда на разных хостах будут приходить данные, Zabbix будет сверяться именно с макросом, который указан на хосте. Не знаю, наверное, не совсем понятно. Ну да, наверное, не совсем понятно, что я говорю. Макрос, получается, это расширенное выражение для проверки, которое применяется к одному хосту. Нет, это не, нет, это не расширенное выражение для проверки, это переопределяемое значение. Переменная? Да, это переменная, в которую записывается, как бы, он задается вообще, есть три, не способа, а Zabbix задается в трех местах, это глобальный, макросы задаются в трех местах, это глобальные макросы, макросы определенные на шаблоне и макросы определенные на хосте. Макросы глобальные, они, собственно, работают для всех шаблонов, для всех хостов. Вот. Но такие макросы, они, в принципе, ну, если есть необходимость, то они есть. Вот. А макросы на шаблоне, они, соответственно, переопределяют глобальный макрос. Да, они переопределяют глобальный макрос, если он есть. Вот. И они используются только для шаблона, в котором они описаны. Вот. И на узлах сети макросы задаются. Они переопределяют значения в шаблонах, эти макросы. То есть, если макрос заданный, есть макрос, допустим, заданный на шаблоне, и есть макрос, заданный на узле сети, на хосте. Соответственно, макрос, который задан на узле сети, он переопределяет значения на шаблоне. И таким образом получается, что мониторятся значения, которые нужны непосредственно на узле сети. То есть, получается, ну, я не знаю, вы используете или нет, как я понял, сейчас можно в выражении триггера вставить там, допустим, какое значение мы хотим получить, вместо конкретного значения вставить макрос и определять его, соответственно, на каждом хосте. То есть, если нам, например, загрузка ЦП нужна везде, чтобы не пилить 10 шаблонов на 10 разных хостов, на одном хосте нам нужна загрузка 70%, триггер на другом там 60%. Ну да, для этого есть макросы. Да. Они как бы... для этого и определены, для этого и есть. Вот, ну, собственно, логика сбора данных у Zabbix не очень такая сложная, хотя... Вот, также у Zabbix, когда Zabbix получается... точнее, не Zabbix, когда триггер меняет свое состояние, я сказал уже, что у него есть три состояния, окей, проблем и unknown. Вот, ну, unknown, оно как бы определено, когда Zabbix не знает, как обрабатывать этот триггер, то есть ему приходят данные, точнее, данные ему не приходят еще. Вот, и он, соответственно, не знает, в каком состоянии этот триггер. А после того, как триггер меняет свое состояние, формируется ивент. Zabbix формирует ивент, вот, который тоже пишется в базу. Вот, и на основе этих ивентов можно, в принципе, формировать, допустим, экшены. Экшены – это действия, и... Если, допустим, нужно делать оповещение, то, соответственно, все это задается через экшены. Там не очень удобная система отработки экшена, потому что когда формируется этот экшен, он сравнивается, точнее не сравнивается, этот экшен заносится в таблицу экшенов, вот, и проверяются все события, которые произошли в Zabbix, вот, и которые попадают под этот экшен. Mm-hmm. Блин, как-то так, я не знаю. Короче, если в середке вставляешь экшен, он тебе присылает всю историю счастья. Да, и это не очень удобно, потому что это очень грузит систему. Это нигде не отключается? А? Нигде не отключишь? Ну, это можно просто экшен не задавать, вот, и таким образом не будут приходить оповещения, если Zabbix в коробке. Не хотел я слать, я нанимаю, долго не хотел, через год захотел, получается, что они мне выводят всю историю. Ну да. Ничего другого не сделаешь. Ну это задается на самом-то деле. Кроме как почистить базу, соответственно.
Ну, это можно задать в экшене. Ему можно поставить реакцию, там, допустим, на... Да, на ивенты, которые окей, на ивенты, которые проблем, вот, и, соответственно, все. Это не очень удобно и хорошо сделанный экшен на Забиксе. Вот. И... В общем, плохо там сделаны экшены. Но, в принципе, можно напилить свое что-то. И это будет намного удобнее и лучше. Это то, что касается экшенов. В самом-то деле, я, блин, столько не сказал еще. Смысл потерял, блин. А, в базу. А? Не контраст. Как там указывается-то, блин, это можно? Все-таки поменять... Вот, вот, да. А? Крупнее. Этот самый крупнее? Control. Наверное, этот. А, да, функцию нажимаю, блядь. Контр. Что-то не... Чем? А? Вот этот контр, правильно? Ну да, видимо. СМД. СМД? Не, не, это ж не толк. Тогда в настройках можешь сделать? Вид может быть вкладочка. Да. Инструментов полный экран вставить. Параметры. Вряд ли, потому что в параметрах масштаб увеличивается. Хотя. Шрифт попробуй что-то. А на общих, по-моему, вот было внизу. Вот это? Не, это выбирать. Да, да, да. Он делает это еще. Так, он 14. Не очень тяжело. Ну и здесь, собственно, блин, наверное, все-таки большой шрифт. Здесь очень много, на самом-то деле, таблиц в базе, которые, не знаю, нужны, не нужны, но в основе своей не используются, потому что здесь основные таблицы, которые используются, это, собственно, ну, acknowledges, actions, вот, потом табличка items, табличка hosts, Triggers и Functions. А в Zabbix при задании триггера там странно, почему они не сделали одну таблицу для триггеров. То есть триггер, выражение и там описание, ну еще какие-то дополнительные поля. Вот. Здесь все сделано таким образом, что сначала создается функция, точнее не создается, а есть функция. В триггере описывается функция, описывается хост. Вот. В общем, не очень удобно. То есть описывается ID-шник, потом описывается ID-шник айтема, триггера, функции. И вся эта связанность, она как бы не очень хороша. Не очень хорошо для кого?
А для человека, который, допустим, будет смотреть, ну, для человека, которому нужно что-то найти в базе, ну, вот, ну, без веб. Человек в базу не должен лезть, в том-то и весь смысл. Ну, и делает более сложный запрос, чем там join. Ну да, но такая связанность, которая обеспечивается только за счет веб-интерфейса, это... Как-то много и коммаги, да? А? Короче говоря, здесь мы... За Zabbix он как раз построен, что вам дается веб-интерфейс. Но веб-интерфейс тоже нетривиальный на самом-то деле. Это уже другой момент, почему Zabbix ругают. Рубебитый, хреновый интерфейс, который они обещают подправить в третьей версии, и тормоза на очень больших нагрузках. Если тормоза на очень больших нагрузках, еще можно победить с помощью тюнинга железа или вот тюнинга баз настроек конфигурации, то вот как-то... Я не понимаю, зачем вы лезете внутрь базы, где ничего не написано. То есть можете лезть внутрь базы, которую там делают, не знаю, династники. И пытаться разобраться в их информационной структуре. Не приходилось до этого делать. А мне приходилось. Поверьте, вот это еще удобно читаемо, чем то, что делает 1С. Ну. Просто это не для людей. Ну, возможно, но не для людей, но для админа, мне кажется, все-таки будет полезно. И админу туда лезть не надо. Zabbix специально построен для того, чтобы у вас была консолька. Вам дан API. Тоже верно, собственно. Попробуйте написать непосредственно как бы разработчикам Zabbix и услышите все то же самое. Да. Проходили. Кстати, в последних версиях Zabbix они победили, допилили авторизацию SNP. SNPP при отправке. Zabbix пытался отправлять сам, быть почтовым клиентом на отправку. Вот. Но там не было авторизации исходящей почты. Собственно, вот в моей версии, по крайней мере. Сейчас это победили, нет? Нет, все еще. Нет еще? То есть скриптом отправляем все, да, еще? SSMTP, да. Да. Ну, в 3.0 не знаю, на 4 поставил. Я вот тоже поставил. Нет, я думаю, что не будет. Причем они так вывесили версию, которую, посмотрите, ребята много интерфейс на сайте. То есть по функционалу там еще даже не ясно, что не справишься. Это которая 3.0? Ну, 3.0, да. Нет, я не знаю ничего про 3.0, наверное, надо почитать, ну, просто что у них там, какие нововведения вообще есть. Не очень хорошо, когда ты берешь продукт из коробки, который должен отправлять какие-то отчеты, он понадобится. Ну да, на самом-то деле... Zabbix, как бы вот открытый, в общем доступе, бесплатный продукт. Если ты хочешь, чтобы у тебя все было прекрасно по твоему заказу, плати и оказывай платную поддержку. Причем они берут немалые деньги за эту поддержку. И они тебе стоит на того или нет. Zabbix так, как тебе надо, и у тебя будет работать абсолютно все. У тебя Zabbix будет, собственно, почтовым сервером. С метриками, с графикой. Он не будет никогда тормозить ключи даже на SQLite. Понимаешь? Только заплатить. И кофе сварить. Ну, для этого не скорее всего ему человека. И платить много придется. Ну, не так много человеку, по крайней мере, заплатить. Ну, думаю, что про графики тогда никому говорить не надо, потому что Zabbix графики поддерживает. Если все об этом знают. Zabbix поддерживает графики, построение графиков по айтемам. То есть по получаемым данным он. Время значение. Да? А, да. Еще такой вопрос. Отправка графиков на почту. Не приходилось, но слышал, что есть там какие-то особенности затыки. То есть. Ну, отправка вообще ссылка, нет? Не ссылка. Именно то сам график. В телеписьма график. А график точно ссылкой на. То есть не вставлена картинка, ссылка. Да. То есть не ссылка, ну понятно, как в HTML, да, картинка вставлена, но это же ссылка куда-то. Фактически. Почему? Вполне можно сделать изображение и подсоединить его к письму.
Но это уже не запись из коробки. Это уже как бы вот была такая штучка, RDDTool называлась. Она умела по данным построить график в виде картинки и выложить его на сайте. Ну, как бы она строила на самом деле график в виде как бы HTML картиночки. А, нет, ну да, она картинку делала. Картинку делала. И вот картинку можно потом присоединять к этому. Телеписьма. Телеписьма, да. В качестве вложения или посмотреть. А, то есть Zabbix по дефолту отправляет ссылку, грубо говоря, да? Честно говоря, я вообще не видел, чтобы Zabbix отправлял что-либо по почте кому-либо. Ну, на мой взгляд, он тоже для этого не предназначен. Ну, для мониторинга онлайн? Ну, как бы все записи, которые я видел, крутые записи. Для мониторинга большой сети. Как правило, висит два 42-дюймовых телевизора, которые просто-напросто открыты от страничка, и они как бы мониторятся список, на одном списке, на втором графике. Рационально использовать тайлер, что не всегда на рабочем месте, правильно? Нет, это как бы в службе мониторинга. Там всегда есть вот на рабочем месте, который будет смотреть. Есть случай попроще просто. Мне интереснее было бы. Ну, здесь нету машины никакой-то истории. Как что можно собирать логи? А, логи? То есть не датчики, вот именно какую-то информацию, да, а непосредственно взять вот все система, которая кладет логи в папочку варлог. Ага. И как вот этот варлог. А что именно собирать? Мониторинг логов ты имеешь в виду? Скрипты, которые позволяют читать, что я опять, анализировать. И... Опять немного. Мне нужен скрипт. Zabbix это должен быть. Агент или без агента? С агентом? Нет. Как угодно. Я опять через немного прорекламирую вот это Zabbix. У него есть такой модуль, Tail это называется. Он читает лог, ищет там указанное значение. По поводу Zabbix, потому что вот рубисты очень хорошо его пиарят. Ну, как бы, у вас последний ковид 2 года назад. А, ну, потом... Там даже лип 2.6 просится. Я понимаю, почему там писали его на Ruby переписали. Почему? Ну, потому что Python 2.6, ребята, ну, это вообще ужас. Да, извините. Ну, на самом-то деле, я не знаю вообще, зачем его выложили в свободный доступ. Мне кажется, постольку-поскольку. Женя, сейчас он поддерживается, но просто этот репозиторий он не обновляется никем, потому что это, по большому счету, как бы не основная задача, ну, и ну, нужно это или не нужно. Пишите хотя бы, что этот репозиторий закинут, заброшен, используйте его на свой страх и риск. Зато стабильная версия. Ты попробуй Python 2.6 собирать для того, чтобы его запустить. Хотя это может уже третий, и не особо смотрел. Ну, что-то упоминание, когда 3.1 там было. Ну, в общем, вот там есть модуль Tailwind, который читает логи, и он ищет выражения, которые задаются макросом в Zabbix. Ну, или так просто можно задать на проверке. Вот, он ищет эти выражения и, соответственно, отправляет в Zabbix лог. Или нет, он... И куда он отходит? Он в Zabbix отправляет. Нет, то есть это как бы можно сделать там мониторинг с историей логов непосредственно в Zabbix. Да. Две функции выглядит. Лог, логер, да. Лог просто файл, логер, да, логи с ротацией. А из коробки Zabbix, насколько я помню, он очень плохо работает с логами, потому что он читает, по-моему, последние 400 строк. Вот. И на этом все и заканчивается у него. Вроде так. И это не очень удобно. Потому что если ошибки какие-то есть раньше, или, допустим, лог пишется постоянно, там, он пишется там очень-очень активно, то, соответственно, такой мониторинг он не очень хорош. Да, по-моему, 400 строк он обрабатывает. А Tailwind, он просто читает весь лог, вот, он делает это локально, ищет выражение, ну и, соответственно, потом с ним уже работает и отправляет Zabbix эту информацию. Это вот то, что касается логов. Надо, короче, вот так вот сделать. Ну, собственно, в документации описаны основные функции, которые поддерживает Zabbix.
это среднее за период времени, количество собранных значений за период. В общем, все это можно почитать здесь. Но опять же, по экшену Zabbix может помимо оповещения еще запускать скрипты, если есть события, которые попадают под экшен. Он запускает скрипт, и ну, этот скрипт что-то делает, какую-то свою магию. Скрипты, соответственно, указываются в настройках, когда экшен устанавливается, указываются скрипты. А агент Zabbix может запускать что-нибудь? Да, там экстренно чеки. Нет, ну, допустим, я хочу запустить на удаленном компьютере скрипт. На удаленном? На удаленном нет, агент не может. Нет. Агент не может. Агент может запустить скрипт. Почему? Там просто это ставится опция, которая называется external check, по-моему. Точнее, не external check, я не помню, как называется эта опция. Вот. Можно посмотреть ключевые элементы данных. И через эту опцию, да, агент может запускать какой-то удаленный скрипт на хосте, и который будет делать что-то свое. В принципе, это тоже очень удобно, блядь. Как это называется-то? Забыл уже. Это было. А, вот он, все на поправку. Документация в Zabbix хорошая. На самом-то деле она описана весьма и весьма понятно. А, еще Zabbix имеет такие две утилитки, которые называются, точнее одну утилитку, Zabbix Get. Вот, это утилитка, которой можно вручную дернуть проверяемый элемент и посмотреть, что возвращает при этом агент. В коробке идет? Да, в коробке она идет. Ну, да, это коробочная штука, Zabbix Get. Тоже очень удобно, если у вас... Какой формат она выводит? Еще как она студируется? То есть назначается алерт какой-то? Нет. А, сейчас он здесь стоит. Вот он. А, указывается просто ключиками. Хост, порт, соответственно, сам ключик, который нужно опросить, и метрики. Ну и, соответственно... Через это дело все опрашивается. То же самое на самом-то деле имеет и Zabbix. Здесь нету правой кнопки? Давай на еще. Двумя пальцами. Я, наверное, рассказал очень мало про Zabbix на самом-то деле, потому что, ну, и очень, не очень толково рассказал про него. Чего, первый опыт? Ну да, первый опыт. Примерчиком, да. А? Ну, примерчиком, да. Да, я сейчас попробую это сделать, показать. Просто я сегодня с утра его поднял и не успел ничего на самом-то деле навесить. Вот, ну, сейчас я попробую здесь есть, которые стандартные. Он же сам себя может мониторить? Да, сам себя Zabbix. А, хотя... Да, может. Ну, собственно, по примеру, не знаю, разберем. Он сам себя мониторит, это на одном, грубо говоря, на сервере надо еще и клиент ставить? Да, устанавливается просто агент и все. Можно сделать это просто посредством какого-то скрипта, который будет запускаться и там основные метрики Zabbix отдавать. Можно вообще на башню кидать все, что надо. Ну да, вот.
Так, ну, собственно, не знаю, пример. Ну, в хостах у Zabbix'а, соответственно, расположены узлы сети, которые мониторятся. Ну, у них вот здесь статус описан. В колонке статус у них, соответственно, описан статус, мониторится, не мониторится. Вот. Описан шаблон, на котором, которые заданы на этом узле сети интерфейс. В веб, я, честно говоря, не знаю, что такое Discovery. Тоже не заходил ни разу. Это Discovery, он автоматически по шаблону может искать хосты и добавлять их в проверки по определенным условиям. Да, Zabbix тоже такую штуку не умеет, но у него это не очень хорошо получается, потому что он делает это, он автодискавер через пинг делает, если я правильно помню. И все как бы. Ну, если агент, точнее, если агент останавливается. Там агент автоматически. А если просто хост обнаружен? Ну, здесь, собственно, указывается шаблон, на котором... А, это я уже вошел в элементы данных. Ну да. То есть на хосте здесь определены элементы данных, которые мониторятся. Здесь сразу же можно посмотреть ключики, за счет которых Zabbix отличает эти данные. Время по умолчанию Zabbix установлено 30 секунд. И история хранится 7 дней. И потом она отправляется там или дальше, или не дальше. Ну, собственно, вот так вот выглядит item, элемент данных в Zabbix. И все его описание. Вот так вот выглядит триггер. То есть вот как раз таки макрос hostname, который задается на хосте. И можно, точнее, он переопределяется. Это макросы, которые вшиты. Макрос, который вшит в Zabbix. Макросы, они отличаются. Есть макросы, которые вшиты в Zabbix из коробки, есть макросы, которые задаются пользователям. Макросы, которые вшиты, они обозначаются вот таким вот образом, квадратные скобки и, соответственно, имя макроса. А макросы, которые задаются пользователям, а перед кириллицей, в общем, после открывающейся скобочки, там идет знак доллара, которым, ну и таким образом Zabbix отличает макросы, которые вшиты и которые задаются, собственно, пользователям. Вшитый макрос можно посмотреть, что в нем вписано? А в текущий? Собственно, да, что там? Ну, понимаю. Хостнейм? Или ты имеешь в виду значение? Ну, значение, да, что там вообще внутри. Колбаша. Я понимаю, здесь же зайти в макрос, там что-нибудь, типа, создать макрос, да, то в него что-то надо писать. Ну да, но если, соответственно, не записано ничего, то просто нельзя эти макросы переопределять самостоятельно. Понял, ну если с нуля я хочу создать макрос, в каком формате он пишется? То есть где-то в документации описание того, как пишется макрос, грубо говоря, какой синтаксис и так далее. Сейчас я покажу, наверное, даже как он пишется. Так. Так, я не знаю. Сейчас. Макрос надо ждать. Не имел дела с версией выше 1.8. Так, они сдаются вроде как. А, не, не здесь же даже, не здесь. Так, где он здесь сдаются? А, вот они. Вот здесь во вкладке макрос, соответственно, создается макрос. Видишь? Здесь идет знак доллара. Где там? То есть макрос, который. Ну, он. Не будет определен нигде в триггере, там, не знаю. Count, props. Здесь, соответственно, задается значение. Значение какое формат должно быть? Просто цифра. Любое. Да. Которое будет, будет соответствовать значению в триггере. Ну, если в триггерном выражении. Я не сейчас в триггере автомата появится, да, из управляющего списка? Или вручную писать? Нет, в триггере не появится, то есть нет. А в триггере, если ты задал макрос какой-то, то есть, допустим, у тебя есть выражение, там мониторить количество процессов. Нет, ну вот сейчас, если ты нужно создать триггер. Найду я сейчас найду триггер сначала. Какой-нибудь триггер. Какой-нибудь триггер найду. Макрос нигде не задан. Ну вот, допустим, макрос.
скоростные, мне очень удобно на самом деле. Да, новости, триггер, то есть. А? Триггер новости. Здесь, соответственно, выражение здесь выбирается item, которого нету. Потому что нет его на тестовом хосте. Выражение и чё? Вот. Здесь макрос. А, здесь он выставляется сейчас в выражении. То есть, когда задаешь его, плохо, что нет никакого элемента, не могу выбрать на этом хосте ничего. Ничего. Вот. Нет, пинг, допустим. Вот. И вот, собственно, вот здесь вот задается макрос. Да? То есть здесь там протскаунт вроде бы. Блять. Ну, в общем, он дописывается. Он дописывается, да, и в итоге получается, что на этом хосте сейчас, если пингов там потеряно больше 12, то проблема. А, ну еще у триггеров есть классификация. Начиная от вообще все равно, что он там сработал, не сработал, до критической. Единственное, где это отображается на вебке. Вот, собственно, вот здесь вот, в статусе. Ну, чтобы было видно, что насколько вот этот триггер важен. И насколько он. Ну да, насколько он важен, в принципе. Где-то так. Так, что еще здесь есть интересного? Шаблон. Описание. Ну и вот, собственно, таким вот образом Zabbix отличает друг от друга выражения, которые получаются. То есть здесь указывается хост сначала, потом указывается тип проверки, указывается ключ, ну и дальше уже идет управляющая информация, точнее управляющая прочая информация, это время проверок и так далее, история. Вот где-то вот так вот, наверное, про Zabbix. Плохо скомканно, но рассказал. Что еще можно сказать-то здесь про него интересного? Да, собственно, ничего, наверное, нельзя сказать. Наверное, надо заканчивать. Ну. Если у кого-то есть вопросы, может, то Сергей может нам ответить по-быстрому. Спасибо. Да, всем спасибо. Спасибо. Приходите в следующий раз. Так.